Но многие у нас граждане были в иллюзии, что вот если мы будем такую нейтральную позицию проводить, да, где-то на нас там россияне обижаются, Москва не до конца понимает, но вот мы сможем создать такую действительно площадку мира, стать донорами добрососедства. И это была такая иллюзорность, если угодно, детская наивность по отношению к большому Западу. Да не нужна им никакая нейтральная Беларусь. Им нужен нормальный сателлит, который будет проводить ровно такую же политику, которую проводит Прибалтика, Украина, который будет ровно так же послушно голосовать в международных организациях, как это говорят в Вашингтоне. Знаете, одна бельгийская политика уже давным-давно, она мне сказала, когда в Вене где-то, где штаб-квартира ОБСЕ или в другой международной организации, дело доходит до выступлений восточноевропейских представителей, я выхожу в буфет попить кофе. Что говорит, я прекрасно отдаю себе отчет, они скажут ровно то, что говорит американский представитель. Вот такой же позиции хотели от Беларуси. Мы сказали, нет, ребята, этого не будет. До поры до времени это принимали к сведению, но как только почувствовали, что создалась возможность вот в этот сложный 2020 год качнуть Беларусь, прогнуть Беларусь и подмять под себя, включили на полную все те ресурсы, которыми располагает вот этот пресловутый Большой Запад. Ну а наши восточноевропейские соседи, которые говорили о том, что никаких вмешательств быть не может, что они поддерживают независимость и суверенитет Беларуси, что соблюдение вопросов невмешательства в внутреннюю политику – это их основной принцип, ровненько все это нарушили и делают то, что мы видим.